Привет, друзья! Ставим лайки, подписываемся. Итак, поехали! Лариса Гузеева с коллегами опустила молодых карьеристок. У «Давай поженимся» стремительно падают рейтинги. По статистике, с каждым выпуском зрителей шоу становится все меньше, поскольку чем дальше продолжают показывать данную передачу, тем больше абсурда появляется на федеральном канале. Зрители пишут в сети, что участники наигранно одевают костюмы и ведут себя отвратительно. В одной из последних передач к жениху пришла невеста. В анкете девушка с утиными губами рассказала, что она мечтает купить водительское удостоверение, что является пропагандой для зрителей, раз такое напрямую говорят на Первом канале. Почему бы это не воплотить в жизнь, могут подумать обыватели. Большинство зрителей доверяют телевидению, поэтому называют его «зомбоящик». Но телеведущие шоу даже не поправили невесту и не сказали, что это нарушение закона. За это можно получить срок до 2 лет со штрафом, чтобы хоть как-то вразумить инсайдеров не делать таких попыток. Помимо планируемой дачи взятки, девушка рассказала, что ворует у состоятельных людей. Ларисе Гузеевой, как и остальным, не понравилось такое заявление, и она просто-напросто осудила участницу. «Стиль непотребной девки», – опустила телеведущая молодую девушку. Коллеги Ларисы ее поддержали. По их мнению, девушка выглядела очень дешево вместе со своей подружкой. Героиня рассказала, что ей с подругой богатые мужчины снимают квартиру просто так. Карьеристке никто не поверил, поскольку с мужчинами в любом случае нужно расплачиваться деньгами или еще каким-либо способом. У обозревателя сложилось мнение, что у девушки какие-то проблемы с головой, поскольку она город Новороссийск назвала материком. Да и поведение девушек выглядело весьма странно. Несмотря на это, их допустили до программы и высмеяли, к тому же прорекламировав для дальнейшего заработка. А вы смотрите программу «Давай поженимся»? Благодарю вас за просмотр. Ставьте лайки и дизлайки. Пишите ваши комментарии. Делитесь видео с вашими друзьями в соцсетях. Подписывайтесь на наш канал. Не забудьте нажать на колокольчик. Впереди вас ждет много интересного и захватывающего. До новых встреч!